На новогодние праздники якутяне смогут попробовать свежие томаты, выращенные в суровых условиях севера. Праздник свежей продукции организует круглогодичная теплица, совместный проект с японской компанией Hokkaido Corporation. Сегодня в тепличном комплексе растут 3 сорта помидоров, всего около 1400 кустов. До Нового года работники планируют получить около тонны томатов. Добавим, что тепличный комплекс построен по современным технологиям. Особое внимание работники уделяют качеству продукции. Мы выбираем один плод. Томат вырезаем, и мы внутри прямо на индикаторе выливаем, выливаем сок немножко на прямо индикатор, закрываем крышку и смотрим. Сейчас у нас тут уровень показывает 4. Чем выше показатель, тем означает, что он более вот содержит сахар, и он вкуснее получается. И по мере вот сбора урожая мы проверяем уровень сахаристости.